Добрый вечер, на сцене «Полуостров». Мы четвертый год приезжаем на фестиваль, и до сих пор у нас нет нашего заветного Кевина. А мы с 2014 года в составе Российской Федерации. И то, что Крым – дотационный регион, похоже, забыл только КВН. Но ничего страшного, сегодня у жюри будет возможность исправить это недоразумение. Вы что-то подготовили? Конечно. Песня о трудностях мужчины на курорте. С любовью встретился на территории еще советского я санатория. Чем склеить женщину, задача ей сложней. Нелегко, нелегко полюбить на Слушай, Энчик, ну ты прям молодец, так стараешься. Да, Алим, мне сегодня нужно петь хорошо, чтобы через Сергея Жильна попасть в голос. М? О, а я тогда... А, ну тут кроме голоса некуда получается. Рустик, ты что, пьяный? Нет, я же завязал. Я же чувствую, ты не трезвый. Ну я легонько завязал. Не затягивал прям. Рустик, да ты хоть знаешь, кто сегодня против нас? Конечно! Вашингтон, Берлин, Варшава... Так все, хватит! Продолжим. О, а давай я спою песню про то, что в Светлогорске холодно. Но тут тепло. Но все команды говорят, что здесь холодно. А если все команды с 10-го этажа спрыгнут? Ну, наверное, закроют фестиваль. И организаторов, наверное, Рустик. Закроют... Вот из-за тебя нам не то, что Кевина не дадут, еще и старый заберут. Энчик, давай, исправляй ситуацию. Легко. Вот ведь как бывает в жизни подчас. Люди разные живут среди нас. И я случайно совершенно узнал, что в США есть вот такой адмирал. А он стоит на берегу в синем платье. Такому, правда, не могу честь отдать я. Так, ну что, наверное, пора показать номер. Саш, объявляй. Полуостров. Друзья, немногие знают, но в Калининградской области есть замечательный детский продюсерский центр. Итак, в музыкальной редакции. Так, проходим, проходим. Ребята, не толпимся, быстрее становимся. Ага. Хорошо, хорошо, молодцы. Здравствуйте. Здравствуйте, вы кто? Я детский поэт-песенник Витей Чуйковский. А это кто? А это мой детский хор без детских песен. Каких песен? Без детских. Послышалось. Пожалуйста, пойте. Только Казахстан не хочет и Армения. Так, стоп. Я тебя узнал, скотина. Это ты в прошлом году ко мне со стихами приходил. Давай сразу. Сколько нужно дать денег, чтобы ты ушел? $100. Без проблем. Наличными. Пойте.
У меня есть в Москве прямо в центре двушка, но живет в ней сейчас мать жены старушка. Говорю я жене, не волнуйся, Света, неприятность эту мы переживем. Так. Вы с ума сошли? Детям нужна бабушка. И собственная комната. Все с вами понятно, спасибо, до свидания. Ну ладно, не нравится это, вот есть про Моргенштерна. Как называется? Пропала собака. Сразу нет. Послушайте, как вы не понимаете, главная задача, чтобы все калининградцы сегодня остались довольны. Так давайте я про поляков спою. Только без мата. Я заменю. Все поляки без бензина, с карамелькой за щекою. Пошел вон. Так, здесь выходим, выходим. Друзья, мы впервые приехали в Светлогорск в 2019 году молодой, никому неизвестной командой. Это было наше первое выступление на сцене Большого КВН. В следующем году мы попали в высшую лигу, взяли малого Кевина в темном, стали вице-чемпионами. Эта сцена для нас особенная. Алим, все нормально? Да, все хорошо. И сегодня... И сегодня, уезжая из Светлогорска... Подожди, Алим, ты что, прощаешься? Нет, я просто подумал, что, если мы больше никогда сюда не вернемся? Может, и не вернемся. Больше никогда? Алим, ты что, плачешь? Да хватит, Алим, да все нормально будет, ты что? Это чтобы никогда больше не погуляю по этим улицам. Точнее, по этой улице. Мы так и не узнаем, как определять время по этим долбанным солнечным часам. Мы никогда больше не попробуем эти маленькие волосатые арбузики. Крыжовник? Да, крыжовник. Да ладно, Лим, может, мы еще приедем сюда? Когда? Ну, я не знаю, может, в следующем году. А хочешь, вообще останемся здесь? Нет. Ну, ладно, что ты хочешь? А хочешь, Кевин? Да. Ах, мой маленький. Нет, большой. Ну, ладно. Ладно, все, Алим. У тебя такая башка тяжелая. Друзья, на самом деле мы приезжаем на фестиваль не за какими-то наградами. Мы хотим, чтобы каждый, кто вернется из Светлогорска домой, сказал: «Какой классный Крым!» К концу подходит наш четвертый фестиваль, и расставаться с нами снова очень жаль. Мы эту встречу с нетерпением ждем, когда для вас опять станцуем и споем. Простите, Кевин, мы вовсе не хотим, но просто знайте, что он у нас один. Игра наркотик сильнее, чем негатив. Мы не прощаемся, для вас с любовью, Крым! Спасибо, Светлогорск, вы лучшая публика! Давайте все вместе! Российский мир мы вовсе не хотим, но просто знайте, что он у нас один.
Простить Кирилл, мы вовсе не хотим. У вас их много, а у нас один. Простить Кирилл, мы вовсе не хотим. 4 года, а он всего один. Простить Кирилл, мы вовсе не хотим. Мы не прощаемся, для вас любовью крыль. Команда КВН «Полуостров», спасибо за эти 4 прекрасных года.